Тимати 170 см, и для мужчины это не так уж мало. Однако лидеру Black Star всегда нравились девушки модельной внешности выше его ростом. Такой была бывшая возлюбленная рэпера Алена Шишкова, 176 см. И недалеко ушла нынешняя девушка, Анастасия Решетова, 178 см. А вот Александру Цикало с его ростом 167 см всегда сложно было найти низкорослую девушку. Все избранницы шоумена были выше него, начиная от Лолиты, 173 см, и заканчивая новоиспеченной молодой супругой Дариной Эрвин. Последняя выше мужа на голову. А вот разница в росте между Софи Тернер, 175 см, и Джо Джанасом, 169 см, почти не ощущается. Возможно, потому что на общих фото с красных дорожек актриса почти всегда старается позировать таким образом, чтобы быть наравне с возлюбленным. И все бы ничего, но когда Софи в туфлях на высоких каблуках, у Джо просто не остается шансов. Валентин и Марина Юдашкины вместе уже более 30 лет. И их никогда не смущала разница ни в росте, ни в возрасте, супруга старше дизайнера на 6 лет. Прим. Ред. О своей жене Кутюрье всегда говорит с большим уважением и нежностью. Марина тоже не упускает возможности поблагодарить мужа за счастливую семью. «Твоя поддержка и внимание всегда помогали мне чувствовать себя нужной, а это важно», — написала она на своей странице в социальной сети в день рождения супруга. Еще одна блэкстеровская пара, в которой женщина выше мужчины. Пашу это не смущает, он гордится любимой и поддерживает ее в любой ситуации. Ханна тоже довольна своим выбором. В прошлом году певица родила дочь. Малышка сделала звезд еще счастливее, а их брак крепче. Роузи и Джейсон – типичная парочка, в которой девочка с миловидной внешностью влюбилась в главного голливудского плохиша. Препятствием для них не стала ни разница в росте в пользу модели, ни в возрасте девушка младше актера на 20 лет. Оба счастливы вместе с 2010 года и воспитывают сына Джека Оскара. Фото Getty Images, Legion Media, Persona Stars.